Салют, дамы и господа, приветствую, катаны, с вами я, Метатроныч, и это значит, пришло время честных обзоров. Пришел ко мне маленький квадрик, это реально муха, я думал, что Гекс, который пришел ко мне до этого, он маленький, но вы посмотрите на эти размеры, черт возьми, посмотрите на этот пульт, он еще меньше, это просто реально микро-нано-Гекса. Казалось бы, да, куда меньше? Есть куда? Есть. Вот, пожалуйста. Вообще жесть. Конечно же, зарядный шнурочек, он также светится при заряде. Находится диодик здесь, когда заряжается полностью. Диодик отключается. Если он у вас не светится, значит, ваш квадрик заряжен. Пришло все в такой коробке. Именно вот так вот было все жутко смято. По идее, коробочка выглядит неплохо, но наш почерк что постаралась, а может и китайская, но это уже и не важно. Главное, что сам квадрик пришел целый. В общем, вот так вот это все выглядело. Коробочку можно убрать долой. Здесь написано 3D флип, и это действительно так. Квадрик умеет флиповать как в стороны, да, то есть переворачиваться вот так вот, так и вперед, так и назад. Все эти флипы осуществляются путем нажатия на триггер вот так вот, и потом влево, вправо, либо вперед, либо назад. В общем, это уже такая, наверное, стандартная опция, которой никому нет дела до нее. Также тут инструкция, user manual. Он более богатый, чем у предыдущего Гекса. Вот, здесь тут все понятно, все расписано. Чего, кого, не знаю, чтобы здесь не разобраться... Абсолютно я не представляю такого человека, который не разберется в этой инструкции. Здесь все в картинках. То есть, ладно бы английский язык, казалось бы, но здесь все в картинках, все понятно. Элементарный школьный курс языка вам хватит. Если не хватит, воспользуйтесь словарем. Перейдем непосредственно к самому устройству. Крепежного винтика, к сожалению, нет на пульте, хотя отверстие под него имеется, то есть можно с саморезиком закрыть, и я недавно ощутил, для чего он нужен, уронив пульт. Пульт упал, и первое, что происходит, открывается батарейный отсек, и вылетают аккумуляторы, либо батареи. Сюда я поставил самые дохлые свои аккумуляторы. Ради эксперимента, думаю, хватит или нет. И знаете, их хватает. То есть те, кто переживает, что ой, какие аккумуляторы брать, хорошие или плохие. Вот для таких игрушек можете самые отстойные свои ставить, которые у вас там еле живые, у которых там 250 мА или 300 мА максимум, что можно в них залить. И этого хватает. Надолго ли? Да надолго хватает. Я даже не знаю, там на неделю... полетов легко. Сам непосредственно квадрик, он очень компактный, он монолитный, здесь ну просто все монолитно, и здесь нет защиты. Если у Гекса была защита, я на ней учился летать, да, там об стеночку стукнешься, вначале защита, а потом уже дело доходило до винтов, то этот квадрик нас приучает сразу к тому, что нужно летать аккуратно. Зарядочка подключается элементарно, не нужно ничего там, шнуров никаких доставать. То есть здесь лишнего ничего нет, ничего не болтается вообще. Аккумулятор спрятан внутри. Насколько он миллиампер, честно говоря, я так и не разглядел, а разбирать еще не разбирал. Но я думаю, где-то все те же, в районе 100 миллиампер, может быть, чуть-чуть меньше по времени, что этот летают одинаково. Но тут 4 винта. Да, здесь 6. Здесь явно аккумулятор может быть немного меньше, да, потому что он в размерах-то меньше по сравнению с вот этим огромным, да. Тут сам аккумулятор практически как весь Гекс. Но тем не менее его хватает. Вот такая оранжевая расцветочка. Да, прислал там мне магазин GearBest, ссылочка в описании. Им огромное спасибо за это. Я ничего не платил, но обзоры у меня все честные, как вы знаете. Поэтому давайте расскажу свои впечатления. В общем-то, включается, да, как все элементарно. On-off переключатель. Включили, начинается моргание диодиков. Красные сзади, синие спереди. Далее включаете пульт, проводите, вот он пищит, проводите сопряжение устройств, и наш Гекс начинает летать. Просто-напросто. Чудесным образом. Я что-то тут опасаюсь на столе летать, сейчас куда-нибудь он меня улетит с моими навыками. Навыки у меня еще пока что не ахти какие. Но, тем не менее, да, вот
Давайте попробуем. Ой. В общем, такая штука. Так как винты ничем не закрыты, защиты нет, я видел, что отдельно продается защита, то очень может быть такая ситуация, что винты вы свои поцарапаете. Он у меня летал и на улице, и в помещении, и травку уже покосил винтами, и, собственно, один винт я уже и сломал. Благо, в комплекте идут дополнительные. Дополнительные 4 штуки, и вот один сломанный, вот он. Вот он мой, который пропеллер, который я сломал. Точнее, пропеллер, конечно же, какой винт? Винт у нас будет у подводных лодок и кораблей, а здесь пропеллеры. Вот, такие вот пропеллеры. Там находится запасной полностью весь комплект. Все 4 можете менять. Я заменил пока что один. Ну, вот, теперь более-менее научился летать. Ведет себя очень резво. Очень он такой приятненький, маленький. Прикольно управлять, очень резко. Можно изменять, значит, у него расходы. Расходы изменяются как? Путем нажатия на триггер. Вот этот. Двойные расходы, тройные расходы, одиночные расходы. Я летаю на одиночных расходах, периодически подгазовывая. Вещь классная вообще. Вот для дома, ну, блин, жалко нет все-таки защиты. Жалко нет защиты. Но я говорю, я где-то видел точно такой же гекс, только там с защитой. Правда, он дороже почему-то стоит. Но на самом деле можно и без защиты. Я вам расскажу секрет, так как для меня это все дело новое. Я впервые там учусь летать. Когда вы берете ручку акселератора, да, нужно придерживать ее с двух сторон. Если вы начинаете одним пальцем ей управлять, да, то вы там то дернетесь, то там вперед, назад. Можете дернуться, я выключу, а то сейчас будут у меня тут полеты незапланированные. Вы ее держите с двух сторон и плавно видите, то есть контролируйте силу нажатия вторым еще пальцем. Это очень удобно, очень хорошо. Квадрик может разворачиваться по оси. То есть, грубо говоря, мы им еще можем вот так вот ездить. Вот. Может делать флипы, как я уже сказал. И вообще вещь занятная. Причем стоит он практически так же, как и гекс. Но гораздо меньше гекса. Больно ли бьются винты? Ну, я скажу так, не очень-то приятно. И детям маленьким такое покупать я бы точно не рекомендовал. Во всяком случае, если возьмете, научитесь вначале сами летать. Посмотрите, каково это. Очень, потому что резкий. Можно улететь там куда-нибудь, куда угодно. Высоту набирает моментально. Им легче управлять на посадку. Гораздо легче. Но, тем не менее, то есть, все равно, пока еще прям такие вот мягкие, аккуратные посадки у меня не удаются. Прям вот так вот, чтобы прям мягенько, ровно сел, я немножечко прыгаю. Ну, что поделать. Вкратце, стоит ли он своих денег? Ну, с сегодняшним курсом кажется, что дорого. На самом деле, мне кажется, норм. Вот я всегда хотел вертолетик. Ну, все хотели вертолетик, да? И чтобы можно было летать в доме. Я сейчас понимаю, что будь у меня вертолетик, я, скорее всего, что-нибудь бы им повредил. Ну, если не себя, то что-нибудь вокруг. Потому что там большой достаточно пропеллер. Вот. И ну, как-то мне кажется... Пока на руках еще не было, не знаю. Может, когда-нибудь будет вертолетик. Но гексы мне понравились. И гексы, и квадрик вообще вещь. Очень мелкие. Если освоите мастерство лета, а для этого нужно летать, постоянно. То есть, если вы освоите все вот это маневры все, если вы это все освоите, то управление становится очень легким, очень понятным. Все становится на свои места. Ну, вот так вот можно зацепиться, отвлечься и винтами чинить. Если где-то цапанул он землю, да, то его тут же уносит. Он очень легенький, поэтому потоки воздуха вы не забывайте, да, что подлетаете к стеночке, от нее начинают идти потоки воздуха, его начинает куда-нибудь там чуть-чуть относить. Летаете слишком низко, опять же, встречные потоки воздуха, отраженные от поверхности, тоже его начинает. Самая оптимальная высота это сантиметров 30, вот он там себя ведет вообще очень адекватно, чутко, ну, никаких нареканий нет. Стоит ли такая вещь вообще приобретения?
А я думаю, стоит. Даже если у вас есть какой-то большой гекс, то все равно какие-то проверить условия, как там радиоприем, да, опять же, 2,4 ГГц, будет ли работать он в тех или иных условиях. Вот лучше таким маленьким пролететь, посмотреть. Я думаю, самое-самое-самое оно. По дальности действия, ну, метров 10-15. Опять же, если будете летать на улице, то смотрите, он может у вас далеко улететь, и потом вы его просто не найдете, реально не найдете. Потому что он очень маленький, ну, очень-очень маленький. И, ну, поднявшись метра на 4, его ветром может унести, а он еще и сам вращается. И вот просто там фух, и он улетел. Где он, че он, его не видно. Огоньки эти, ну, разве что ночью вы их увидите, днем их незаметно на улице. Но, опять же, это комнатный гекс. Смотрите, как заряжается. Ставим, короче, подключаем в USB. Ну, пускай будет у меня здесь мой powerbank включится. Вот, все, заряд пошел, видите? Заряд длится примерно минут, наверное, 20, то есть меньше, чем у большого гекса. У квадрика, вот, я его уже называю большой гекс, но по сравнению с ним он действительно большой. Я думал, это маленький. Нет, есть еще меньше. Заряд длится ровно в два раза меньше, я поэтому решил, что здесь емкость аккумулятора тоже в два раза меньше. Но, в общем-то, он и легче в два раза, я думаю, и 4 винта всего лишь. Так что где-то 20 минут заряжаете, летаете до упора, пока не посадите аккумулятор, потом снова ставите на зарядку, ну и так из цикла в цикл. Надолго ли хватит литиевого аккумулятора? Если аккумулятор свежий, любой аккумулятор литиевый, да, не именно в этом квадрокоптере, а вообще в любом, то циклов обычно обещают 500. На деле же их оказывается около 300. Вот. Что это означает? Через где-то примерно 300 циклов заряда-разряда емкость начнет потихонечку падать. Если вы раньше летали 5 минут, то потом будете летать уже там не 5 минут, а 4,5. Еще где-то 200 зарядов-разрядов, да? Потом еще меньше. Ну и так, пока аккумулятор полностью не деградирует. Вот. Это я рассказал самый такой негативный сценарий. Может быть, все вообще великолепно, и вы будете летать и летать, и пока не наиграете. Вот. Детям, ну нет, я бы не рекомендовал брать. Детям, опять же, там стоит ограничение, по-моему, с 14 лет. Где-то здесь было написано. С 14 лет. Я уверен, что минимум с 14 лет стоит, потому что нужно понимать, если такая штука влетит в кого-нибудь в лицо, то будет неприятно. Любая штука, влетающая в лицо, это всегда неприятно. Порадовал ли он меня? Очень порадовал. Я его использую для снятия стресса, очень помогает. Вечерком запустишь, полетаешь по комнате, я учусь потихонечку, уже у меня что-то получается. Самое, конечно, закон подлости, что когда у меня что-то получается, красиво летать, это либо некому снимать, либо я такой: о, это надо заснять, ставлю камеру, начинаю снимать, у меня начинает все не получаться, он начинает себя вести плохо и так далее и тому подобное. Да, кстати, еще не знаю, как у больших, но вот у мелких гексов они очень чувствительны к различного рода электронным помехам и девайсинам. Если у вас что-то еще работает на 2,4 ГГц, либо еще что-то там, какие-то устройства, да, то сигнал может либо пропасть, либо вести себя неадекватно. Если у вас в квартире много натыканной электроники, то рядом с ней, ну, не всегда приятно летать. Может быть какой-то казус. У меня, например, казус, выяснил опытным путем, начинает случаться, если пролететь мимо одного из моих фотоаппаратов. Он теряет связь, теряет контроль, с ним что-то случается. Такой бермудский треугольник образовывается, и он там заваливается или улетает там вперед или назад сам по себе абсолютно. Вот. Поэтому у вас такие тоже могут быть варианты, это стоит учитывать. Еще раз, брать или не брать? Ну, это решайте вы. Мне он достался абсолютно на халяву. Слажен он хорошо, прочно. Падать он у меня уже не падал с 3 метров, падал метров с 2,5, ну, где-то раз 5. Я все-таки учусь уже летать, мне уже как-то уже падать, ну, я сам уже стараюсь не падать, да, то есть, поэтому не могу сказать, долго ли он выдержит какие-то падения, ну, свои там 5-10 падений, что на улице, что в помещении, он получил, плюс я сломал ему еще и винт, вот.
брать, не брать, говорю, смотреть вам. Все это выполнено на единой плате. Здесь такая просто текстолит. Он по всему вот этому фигурному корпусу выполнен. Снизу АКБшка, вверху плата управления, 4 мотора. То есть по слаженности он прям такой очень монолитный по сравнению с Гексой, да, вот Гекса как-то вот тут шнур этот болтается, приходится то заряжать, то к зарядке подключать. Тут ничего не надо, здесь просто сразу штекер, выход. Вот это самый оптимальный вариант, на самом деле, вот все мелкие Гексы и квадрокоптеры, производители, вы всегда делаете просто вот выход один, чтобы зарядку подключил и все, чтобы не париться перетыканием в квадрокоптер, в зарядное, в квадрокоптер, в зарядное. Это надоедает на самом деле. И вот этим хочется летать больше гораздо, нежели Гексом, хотя бы потому, что быстро полетал, быстро зарядил, снова опять можешь летать. Не надо запариться с перетыканием. Вот. Мои впечатления только положительные. Из всех мелких Гексов, а их у меня было 2, мне это нравится больше всего. Возможно, я, конечно, не специалист по гексокоптерам, квадрокоптерам, у меня это только первый опыт, но по первому опыту вот этот мне нравится гораздо больше. Больше в плане вот юзабилити, да, включил, выключил, все монолитно, все удобно, чем Гекс. Но Гекс удобней в плане управления, Гекс удобней то, что у него есть защита, да, то есть вы сразу, я на Гексе винты не ломал, они максимум у меня слетали вверх и улетали, да, то здесь винты у меня ни один не слетел ни разу, но он просто сломался, хотя винты точно так же легко снимаются, одеваются назад, то есть здесь ничего такого нет. Моторчики, я думаю, скорее всего, здесь тоже одинаковые, и там не какие-то они особенные. Вот. Мне понравилось. Мне понравилось очень понравилось. Вы знаете, к Новому году, если вы хотели вертолетик, попробуйте вот это вот. Вот эта маленькая мушка. Но учитесь летать, учитесь практика. Первый раз, я более чем уверен, вот, у любого человека первый раз это будет что-то вроде того, там, улетел, перевернулся, ничего не понятно. Учитесь летать, учитесь потихонечку, плавно управлять все это. Конечно, тоже небольшой аккумулятор, как у всех маленьких гексов, он потихонечку просаживается, да, и вам приходится в реальном времени, в течение 5 минут потихонечку подгазовывать, пока вы вообще на максимум не выйдете, ну и тогда, собственно, все. Но он уже тогда опустится, начнет моргать синими диодами, что все, аккумулятор сел, и летать я больше не хочу. После этого выключаем его, ставим на заряд и вперед. Вот такой вот честный обзор от Метатроныча. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Кто-то, может, определился, брать или не брать себе такую мелочь. Спасибо за внимание, друзья. С вами был я, Метатроныч. Если что, вам понравилось, ставьте большой палец вверх. Если не понравилось, то, ну не знаю, ставьте большой палец вниз. Кому что, друзья, кому что. Мне нравится эта штука. Буду летать, буду дальше учиться. Все, до скорых встреч. Пока-пока.